Друзья, всем привет! С вами, как всегда, MixGame, а мы с вами продолжаем играть в игрушку Dawn of Zombie от наших русских разработчиков. Игра меня цепанула, и поэтому я продолжу в нее играть. Мне она пришлась по душе, надеюсь, вам тоже. Скачать вы, напоминаю, можете ее в Play Market. Вау! Ничего себе, что тут чудю. Ну, а мы продолжаем с вами развиваться. Так, немножечко у меня тут с управлением. Не все так гладко происходит в эмуляторе. Ну, да ладно. Так, что там у нас? Есть задания какие-то новые, да? Давайте смотреть. Да, ты прирожденный фермер. Когда-нибудь достанем тебе рубашку в клетку. На ферме все так... На ферме все так ходят. Так, ладненько, это мы завершаем. Теперь подожди, пока картошка взойдет, и собери ее. А пока нам нужна арматура, она попадется в бетонных блоках. Сделай-ка самодельный молот, чтобы их разбить. Так, нам нужно с вами сделать молот. Давайте сообразим. Что-то у нас, кстати, в рюкзаке место-то вообще есть, нет? Да, пока есть. Ну, из локации мы пока не выходим, так что... Ладненько, теперь можно нажать, одно, думаю, спокойненько на авто. И порубать... все эти блоки. Ну и, конечно, надо бы уже разгребсти немножечко инвентарь. Кстати, анимация персонажа сделана достойненько все-таки, да? Так. Что-то у нас еще парочку блоков, я так понимаю, осталось. И походу это последний. У нас энергии мало осталось. Надо бы что-то покушать. Так, а вот тут нам нужна лопата. Так, пока лопаты у нас нет, с этим мы займемся попозже. Погнали мы к занозе пока. Во-первых, грядочку. Блин. У меня, короче, на F стоит гранаты, походу. Я нажимаю использовать, и тем самым... Ну, вы понимаете, да, что получается у меня. Так, 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 картошечка, картошечка. Да ё-моё! Надо срочно, короче, F сменить использование. Так. Вот это давайте мы пока выложим. Выложим, выложим, выложим. Вот это. Молот оставим, мясо пока выложим. Это выложим, выложим. Все. Пока пускай будет вот так. Картошечку. Мы соберем. Так, картошка созрела. Отлично, задание выполнено. Получили парочку арматур. Смотрим, дачный, мощный инструмент. Таким можно и по голове дать. Но это про молот. Тоже мы это выполнили. В животе урчит точно. Я же не завтракала. Если ты тоже, лучше развести огонь. От сырой еды мало пользы. Только давай сразу сделаем основательный очаг. Металлолом уже есть, нужны бетон и арматура. Так, арматура есть в бетонных блоках на юго-западе у столбов с радио... с репродукт... Ладно, понятно. Короче, нужно сделать нам очаг домашний. Давайте замутим, я думаю, у нас уже все для этого имеется, да. Изучаем и делаем. И давайте сразу же его установим. А давайте где-нибудь вот прямо тут рядышком его и поставим. Отлично. Ага. Это... Эти подойдут. Спасибо. Завершаем.
Я тебе покажу, как мы складываем очаг на пустоши. Бетон по кругу, так огонь не задует. А арматура пойдет на треногу для котелка. Блин, все так расписано, все четко, да? А вроде бы материалов достаточно. Разведем огонь, сделай очаг и выбери место. Это мы все уже сделали. Время для кулинарных экспериментов. Есть такое, есть то, как хочется. Давайте, давай ты будешь готовить. У меня картошка вечно пригорает. С техникой возиться как-то сподручнее. Бродяжники научили меня, как испечь картошку в полевых условиях. Закидываю ее прямо в угли. Так, целлофан мы получили. И теперь нам нужно картошечку замутить, да? Давайте замутим картошечку. Нам нужны дровишки. Вот так. И начать. Все. Давайте быстренько ускорим один раз и посмотрим, что там нам заноза сможет сказать. Да, у тебя точно получается лучше, чем у меня. Окей. Слышно меня? Что-то шипит. Блин, у меня мазут не оттирается, когда я задевала... Куда я задевала свою тряпку? Хотя не поможет, тут нужно нормально помыться. Знаешь, раз уж мы решили осесть, нам точно понадобится умывальник. Поставь умывальник, где тебе удобно, а потом подойди ко мне. Угу. Умывальник нам нужен, хорошо. Давайте зафигачим умывальник. Изучаем и создаем. Все у нас для этого тоже имеется. Блин, ну прикольно сделано, мне нравится. Так, умывальничек. Давайте, пускай будет вот здесь у нас умывальник. Отлично. Умывальник готов? Супер! Завершить. Нам нужно где-то брать воду. Чтобы помыться или полить грядку, подойдет вода из колодца. Ну и попить можно, если хорошо прокипятить. Поставим маленький колодец, это проще всего. Есть и другие способы добыть воду, но они, о них я даже упоминать не хочу. Найди пока сырые доски, металлолом и целлофан. Угу. Так, вот такого добра нам нужно с вами понаходить. Так, а если мы доски отсюда заберем, это будет считаться или нет? Вот так вот, раз. Сбор материалов. Все готово, отлично. Завершить. Выбери место и поставь маленький колодец. Так, колодец, колодец. Есть такое дело. Создаем. Блин, у нас все продвигается, ребята. Отлично. Развиваемся, выживаем. Ну, колодец, я думаю, поставим рядышком прям с умывальником, чтобы далеко за водой не гонять. Отлично. Заноза. Ну что, посмотрим, работает ли наш колодец. Запусти его и дождись, пока накопится одна фляга. Так, а у меня пустых фляжек-то и нету, да? Кстати, вы видели вот эту вот штучку, тоже как удобно сделано, да, переключение? Ты сразу можешь посмотреть, что у тебя есть в ящике. А вот они как раз таки и фляжки, да? И можешь посмотреть, что у тебя есть в инвентаре. Это очень удобно. Так, ну вы знаете что? Что? Нам бы не мешало с вами покушать. Потому что у нас прям с энергией все прям очень плохо. Вот, теперь совсем другое дело. Так, давайте мы... Блин, ну... Плохо у меня работает сенсор. Один раз быстренько улучшим флягу. Не будем ждать. Чтобы завершить нам очередной квестик. Замечательно, работает. Завершаем. Когда нарвешься на зомби, а это случится, даже не сомневайся.
лучше, чтобы у тебя было чем отбиваться. В общем, совет. Таскай с собой что-нибудь внушительное. Собери хотя бы доски с гвоздями. Нужны сырые доски, ветошь и гвозди. Так. А гвоздей-то у нас как раз-таки и нет, да? Доски, ветошь у нас имеется. Тюнс, 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 тюнс. Я так полагаю, нам пора выйти за локацию. За локацию. И что нам понадобится с собой? Кстати, грибы, мне кажется, мы можем поставить жариться, париться. Вот это мы уберем. Водичку. Вот так вот. 50 на 50. Сейчас замутим. Угу. Так, ну картошки у нас нет. Сюда пускай будет пока вода. А вот здесь, давайте мы, знаете, как сделаем. Здесь быстренько ускорим. Вот это возьмем с собой, а грибочки пускай готовятся. Все, чтобы у нас было поесть, попить. И теперь можно уже как бы отправляться в другую локу. Погнали. Так, куда мы сходим? Опушка леса, пустоши. Давайте мы с вами сбегаем в пустоши. И попробуем зачистить эту локацию. Думаю, как раз таки у нас уже с вами получится неплохой контентик в этом видео. Запасы древесины. Добыть 20 сырых досок на пустоши. Награда. Гвозди. Хорошо. Ну что, включаем авто и тупо погнали собирать все подряд. Металлолом, гвозди, отличненько. Так, повязок у нас маловато, но я думаю, мы справимся. Так. Отлично. Отлично. Так, картошечку мы, наверное, съедим, пополним энергию. Ух ты ж, блин, сразу два. Горелый череп. Еще один череп. Давай, мочи его. Слушай, ко мне тут заходил старый знакомый ирландец. Умелый фермер, а им... пригодится совет, если мы не хотим голодать. Бандиты обложили его данью, так что он попросил пожить у нас какое-то время. Он ждет здесь, в убежище, около большого столба с репродуктором, к югу отсюда. Поговори с ним, пожалуйста. Окейушки, мы с ним поговорим, но это, скорее всего, уже случится, наверное, в следующем видео, потому что сейчас у нас с вами уже хватает дел, которые мы с вами должны завершить. Смотрите-ка, в траве вообще ничего там не видно. Ну, хочу сказать, по-лутецкому тут добротно. И, кстати, у нас с вами уже 9-й левел. Да, ребят, кстати, кто будет играть в эту игрушку, тут как бы на данный момент ожидаются вайпы, да? Не знаю, 1, 2, 3 будет или сколько их, но это будет. Но... при этом после вайпа вам будет даваться определенные какие-то нашивки за каждые 10 левелов. В процессе, потом в дальнейшем, когда игра уже будет более-менее сформирована, вы сможете за эти нашивки получать достойные какие-то награды. Но это я все говорю со слов разработчиков, то, что я прочитал в группе ВКонтакте.
Да, кстати, разработчики, если вы меня смотрите, было бы неплохо, если бы мое видео оказалось у вас тоже в группе. Был бы вам за это благодарен. Смотрю, там уже достаточно хороших ютуберов в вашей группе, а я так еще и не засветился. Блин, что-то я за здоровьем-то не слежу. Так. Кстати, умывальником мы еще не воспользовались. И я бы, наверное, замутил уже вот эту вот штучку. А для этого нам нужно сделать вот эту штучку. Так что создаем вот эту. И тут же создаем вот эту. Отлично. Теперь у нас есть топовая вещичка. И, кстати, нам нужно создать самодельных повязочек, чтобы было чем поправлять здоровье. Так, кто-то нас там фигачит. Так, а что за хата? Фига себе, он долго что-то открывал ящик. Там, видимо, что-то было топовое. Что за хата? Сюда зайти нельзя, что ли? А, мы можем зарубить тут все. Отличненько. Мне это нравится. И чё? Походу топор, да, кирдык? Ну-ка. Создаем тогда топорик. Вот так вот. В дома можно вламываться, это уже хорошо. Кстати, у нас с вами проблемка с энергией. Проблемка с энергией. Что нам покушать? Давайте ягодки покушаем, что ли. Пока попьем немного. Как-то хоть немного восстановить. Энергия уходит, как вы видите, да, за все то, что мы там рубим, деремся, собираем ресурсы, и везде тратится энергия. То есть еда, вода всегда нам нужна и в больших количествах. Ну что, в любом случае мы красавчики, мы почти что зачистили локу целиком. И неплохо тут так насобирали все. Локации-то, по сути, приличные такие, да, ребят? Все, по максимуму у нас здоровье. По максимуму. Так, ну все, тут уже нужна лопата, у нас ее пока нет. Поэтому я так полагаю, что нужно вернуться домой. Локацию мы с вами зачистили. Пообщаться с нашей занозой. Завершить, как говорится, квесты. Запастись пропитанием. А затем продолжить свой путь выжившего. Сталкер, как говорится, в деле. Ну-ка. Опасное оружие выполнили. Ну, теперь вколоти пару гвоздей в доски и обмотай ветошью рукоятку. Так, ну это мы все сделали же уже. Да, отлично вышло. Завершаем. Слушай, нам нужно все больше и больше материалов. В мешке столько не утащишь. Пора сделать тебе нормальный рюкзак. Для начала доберись до вымершего лагеря. Угу. Понятненько. А у нас с вами нужно что? Нужно покушать, во-первых. Блин, я эту не запустил, да?
Ладненько, давайте потратимся. Немного поедим. Вот это сюда. Вот это сюда. Пускай грибочки готовятся. Картошечку поставим выращиваться. Так, блин, главное не забывать нажимать начать. И... Ага, нам умывальником нужно было воспользоваться же еще, да, у нас задание было. Как раз таки колодец у нас тут уже набодяжил водички. Отлично, а мы как раз таки воспользуемся умывальником. Минус одна вода, задание тоже завершено. Добраться до вымершего лагеря. Ну что ж, друзья, на этом мы, наверное, ролик с вами закончим. В следующем ролике нам надо с вами будет поговорить с фермером в убежище, взять у него задания какие-то, да, новые квесты, и добраться до вымершего лагеря и там посмотреть, что да как. Спасибо всем за просмотр, друзья. С вами, как всегда, был MixGame. Не забывайте поставить лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока. Чао!